Опа. Страшно? О. Хотя, по сути, правильно, убирают свидетелей. О. Но Алексу это нипочем. Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить прототайп. Так, я не понял. Это что такое? Он посмел меня врезаться. Офигеть. На. Ой, блин. Валим отсюда. У меня стреляет вертолет. Это довольно-таки печально. Та-та-та-та-та. Все, побежали. Я манал такие фокусы. Бежим, 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 бежим. Че, потерял меня? Бывает же такое, да? А нет, не совсем. Опа. Но Алекса невозможно разить ни пулями, ни ракетами. Он почти неуязвим. Давай, получай. На-на. Чё, остался кто-то из этих живой, нет? Не, всех убило. То есть и свидетелей нету, в принципе. Ого. Нам дают осмотреться. Приятно. Ой. О! Иди наверх. Надо бы разогнаться по-хорошему. Вот как-то так. Блин, невероятно. Отличная, отличная система передвижения по городу. Хорошо реализован паркур. Очень даже. Ну, тут все понятно. Где он? Где он? Все? Все уехали. Отлично. Миссия выполнена.
Ну да, конечно. Привет. Офигенно. И вот наша первая способность. Камуфляж. Эта способность постоянно будет спасать нам жизнь, когда мы попадаем в большие тревоги. Ты не понял, что ли? Вот это наша система флешбеков, через которую мы, в принципе, узнаем большую часть сюжета. Эти флешбеки несут в себе части прошлого и части настоящего. Теперь мы идем искать Дину, сестру Алекса. Ой, я ударился об фонарь. Да блин, не факт, так не факт. То есть абсолютно свободное перемещение. Куда хочешь, туда идешь. Ну понятно. Это тут нам как раз таки поможет наш камуфляж. Офигенно. Так, не палимся. Совершенно не палимся. Да не, это обычный человек. Просто у него хорошо накачанные ноги. Ладно, это игровые условности. Никого не напрягает это. Это индикатор, так как в Assassin's Creed индикатор известности, что ли. Так, стоп, не туда. Что-то управление меня перестает слушаться временами. Спокойно, спокойно. Так. Все, не палимся, все нормально. Дробовичок. Ой. Фу. Главное не падать на людей, чтобы не палиться. Все, входим. Такая чисто по стелсу миссия. То есть двоих можно было даже в принципе не убивать, но это такое. Опа! И насквозь. Хорошо. Ну, в принципе, ясно, что она испугалась. Она не обрадовалась возвращению брата. Anything about the director's research?
Так, с этого следует, что Алекс искал ответы. Искал ответы, что же все-таки происходит в Джентек. И судя по всему, он что-то нашел. Офигеть. Так, куда нас ведет миссия? Немного. Что, давайте сбегаем. Эта игра весела еще тем, что когда ты получаешь определенные способности, тебе уже не хочется двигаться дальше по сюжету, тебе хочется просто находиться в этой игре. То есть бегать по улицам, творить бесчинство, убивать всех подряд, издеваться над людьми, ё-моё. Может, это я такой, конечно, кровожадный, но мать её. Опа! По-моему, это... По-моему... Убивать всех, резать всех на мясо и выяснять, что за это тебе ничего не будет, потому что ты какой-то непонятный супергерой. Ну, может, не герой, но все-таки. Это круто. Ну, просто по ходу игры поймете. Я пройду только сюжетку. Но даже за сюжетку можно успеть почувствовать весь кайф от этой игры. Каждому рекомендую ее попробовать. Ибо она ни капли не устарела. То есть для всех тех масштабов действий, что тут можно сейчас делать, этот движок подходит чуть бы не идеально. О-о! Зря это. Хотя не, военных поблизости не было, значит, не спалился. Хорошо. Опа, нормально. Вот мы и пришли. Это дом Алекса Мерсера. Мерсера. Вот это его жена, походу. И у Алекса, походу, отшибла память. Вау! Да ну нафиг. Они все взорвали. Вот скоты, а? Ну понятно. Понятно, короче, что случится с Алексом во второй части.
Мне надо либо убежать, а я подожди. Ой, блин, я не успеваю. Да харе. Пора уже, ребята. Умри. Понял. Так, ну-ка. А, у нас военный облик, поэтому... Сейчас мы все сделаем по-умному. Потихоньку. Угу. Надо его оттуда вытянуть. Ну теперь да. Подожди. Давай поговорим. Доктор, try to keep the discussion high level. You need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like a common cold. I don't need to remind you, gentlemen, how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure if those classifications fit Alex Mercer any longer. Так, ну это я уже все видел. Хватит. Блин, скипнет меня. Да все, я все понял. А, то есть, то, что я сожрал там по ходу человека, это не важно, да? Ну ладно. В принципе, справились. Gentech was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And it was Black Launch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Black Launch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame. Someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had. Well,
Несмотря на вот такой вот ход с этими флешбеками, это все довольно-таки атмосферно. То есть чувствуется вот эта вот безысходность. Человека, который мало того, что потерял память, так еще и... Ох. Так, еще у нас тут прокачка уже открыта? Да. Не, я сразу. Рывок. Да-да, да-да. И вот эта вот способность. Так, хватает. Нормально. Тогда еще перекат изучим. Пока все по движениям. Потому что движения, они нам, в принципе, нужны. Сколько еще? 2000. Ну ладно. Да-да, я с этим знаком. Что ж, смотрите. Вот он мой открытый полет. Да, вот эта вот способность, она меня очень радует. Тут нам рассказывают, что очки, заработанные в миссиях и за убийство, можно вкладывать в усиление. Усиления довольно-таки обширные. Сейчас я вам покажу полностью. И они еще по ходу игры будут открываться. То есть можно изучать силу, то есть это какие-то определенные способности. Можно изучать движение, так как это сделал только что я. Ну, в принципе, до конца игры мы изучим это все. Живучесть, бой. Ну, и тут уже пойдут такие вот дополнительные, как маскировка, например. Все это будет открываться по ходу игры. А пока, всем спасибо, всем пока, до новых видео. Если хотите быть популярными, заходите на канал шоу проекта «Что это?», также в группу ВКонтакте. Ссылки в описании.